Приветствую вас. Попытаемся проследить хронологию событий, которые произошли с вами. Вы встречаете мужчину после 5 лет и понимаете, что он испытывает вам какие-то чувства, по крайней мере, так он вам говорит. Далее вы встречаетесь с ним. И он, будучи женатым, начинает вести себя двусмысленно. Пропадает на какое-то время, объясняя это обстоятельствами жизни. Пропадает второй раз, объясняя обстоятельствами жизни. Пропадает третий раз, объясняя опять-таки обстоятельствами жизни. Вы сказали, что когда он пропал второй раз, вы поверили ему только при встрече, то есть его версия заключалась в том, что он сломал ключицу. Это была правда? Он вам не соврал, у него действительно была сломана ключица. Ведь если он говорит правду, значит и то, что он вам сказал последний раз, тоже правда. А если нет, то и это тоже обман. Именно из данного вам и нужно исходить. Если мужчина обманул вас насчет ключиц, то, скорее всего, обманет и еще. Доверять ему нельзя, надеяться на него нельзя тоже. Соответственно, в этом случае что нужно сделать? Нужно просто перестать его воспринимать серьезно, перестать надеяться на то, что он действительно что-то сделает для вас, и начинать жить дальше для себя, постепенно переключая свое внимание на что-то другое. Для начала нужно прояснить этот момент, связанный с обманом. То есть, насколько добросовестный человек. И если он действительно разводится, то я думаю, что это можно как-то подтвердить. Узнать, правда он это делает или нет. И если нет, то, соответственно, тот мужчина, которого вы любите, является иллюзией. То есть, существует он только в вашем сознании, не более того. А реальный мужчина просто вас использует. Соответственно, если мужчина вас использует, это означает, что он вас не любит. И возникает вопрос, готовы ли вы на такие вот отношения, где вы выполняете роль средства, занимаете второе место, потому что на первом месте у него жена, и устраивает ли вас это. Если нет, то, соответственно, нужно этого мужчину исключать из своей жизни, а если устраивает, то принимайте его таким, какой он есть. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы встретиться с женатым человеком. Важно, чтобы этот женатый человек был чистым, чтобы его намерения были прозрачны, чтобы вы видели, к чему вы идете, куда стремитесь. В данном случае ничего такого нет, и это внушает недоверие. Соответственно, недоверие может разрушить любые отношения. И если вы чувствуете, что мужчина вас обманывает, то лучше всего перестать пускать раз за разом его в свою жизнь. Не отвечать на звонки, не общаться, не соглашаться на встречи, а реализовывать себя в других сферах, общаться с другими мужчинами и в сравнении понимать, что общение, когда тобой не играет, отношения, когда ты на первом месте, не идет ни в какое сравнение с тем, как относится к вам ваш мужчина. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.